нам пришел враг под личиной УГМК. Это уральская компания, которая добывает никель и другие цветные металлы. Сейчас они пришли, если раньше добывали и все эти дела в Сибири, то сейчас пришли в центральное Черноземье, сердце России. В Великую Отечественную войну мы отстояли эту территорию от фашистских оккупантов. Мы ее отстоим и от бандитских рейдеров, которые покрываются властями. Просим население России нам помочь. Одна Воронежская область, одна Волгоградская область, Ростовская область, которая вот именно находится в эпицентре всей этой сейчас борьбы, не сможет справиться с этой чумой, которая пришла на нашу землю. Мы просим всю Россию помочь нам. 11 мая на местах разработок, это между Новохоперском и Елань-Коленом, в 15 часов начало митинга. Просим всех людей, которые неравнодушны к этой беде, к нам приехать и помочь.